І до спортивних подій. Перший тур обласного футбольного чемпіонату серед юнаків відбувся у Білокуракиному. Сєвєродонецька футбольна команда, вона переможець останніх двох років, зустрілася на полі з дебютантом білокуракинською збірною. Грали два тайми по 30 хвилин. У першому господарі поля пропустили у свої ворота 3 голи і ще 2 м'ячі їм забили після перерви. Гра закінчилася з рахунком 5-1 на користь сєвєродонецьких футболістів. У нас проходит чемпионат области, проходит 2 круга, осень, весна. Выступает 4 возраста, 4 возрастные категории детей. Сейчас играет 2005-2006 год, это средний возраст. Понравилось играть, команда тоже неплохо бегает, хорошо играет. Можно побороться против них. Были моменты, я выходил, делал прострелы, подачи. Наша команда впервые принимает участие в областном чемпионате по футболу среди юношей. Пока как бы начало тяжеловато. Поле большое, и мы еще не бегали на такое поле. Мы уставшие все были. 5-1 проиграли со счетом. Я думаю, что следующая игра будет лучше.